Погнали, да? Слушайте, ну здорово. В общем, я рад всех здесь приветствовать. Я рад приветствовать всех тех людей, которых я лично знаю. Вот моего тренера по плаванию, там Валера пришел. Ребят, вот Бориса тут смотрю. Ну, в общем, часть кого-то я знаю, часть я вижу кого-то впервые. О чем бы я сегодня хотел поговорить? Соответственно, я вам расскажу про эти 1130 километров, но я бы хотел сделать такой... Да, легко вообще, то есть я их помню очень хорошо. Соответственно, мы подготовили небольшую презентаху для вас и 4 видео, которые доказывают, что это состоялось. Соответственно, вы сможете увидеть отдельные эпизоды преодоления этой дистанции, но я бы хотел зайти немного издалека, как бы то странно ни казалось. Макс меня коротко представил, я тоже немножко, собственно, добавлю. Являюсь управляющим партнером новой относительно компании. Мы создали ее в конце прошлого года. Она занимается спортивным консалтингом. По сути, все знания, которые мы приобретаем, работая на российском рынке, мы там структурировали в 3 направлениях. Это работа с предпринимателями в сфере спорта и здоровья. Это благоприятный рынок сейчас в России. Огромное количество спортивных стартапов, да и не только, и в том числе про здоровье, появляется в России. И мы помогаем начинающим предпринимателям структурировать их мысли, упаковывать их проекты, привлекать туда интересных партнеров, в том числе инвестиции, если необходимо, и давать необходимые контакты для того, чтобы их проекты летели. 2 направление – мы работаем с профессиональными спортсменами и спортивными агентами. Тоже, опять же, про работу с личными брендами. Там, в нашей стране это особенно актуальный вопрос. Там, профессиональные спортсмены, 85% из них не знают, чем они будут заниматься после завершения профессиональной карьеры. И, по сути, с теми, для кого важно монетизировать свое имя, помимо тех заслуг, что они добились в рамках спортивной карьеры, вот как раз это те самые наши клиенты. И еще 3 направление – это спонсоры и партнеры, где мы стараемся, как люди, там, прошедшие большую школу и в том числе имеющие маркетинговый бэкграунд, залезать больше даже в ботинки брендов и компаний, нежели чем в ботинки организаторов. Потому что организаторы зачастую создают мероприятия, а потом думают, кому это нужно, да, кого это можно привлечь. Мы, наоборот, находимся на стороне клиентов, которые через спорт любительский, массовый, ищут выход на новую целевую аудиторию. Ну и как Макс сказал, мне повезло вместе с партнерами, с Максом и еще 4 людьми в команде. Мы развиваем несколько проектов, связанных со спортом. В частности, первый бренд, который у нас возник в декабре 2013 года, Iron Star. В этом году мы искренне верим и, в принципе, смотрим на те показатели, которые уже сейчас есть, что Iron Star станет лидером российского рынка в сегменте триатлон по всем критериям, которые можете применить к обычной компании. Финансы, клиенты, там, доходность, я не знаю, темпы роста, узнаваемость, тра-та-та. И, собственно, у нас еще есть 4 бренда. Здесь пока только 3. Это Star Kids, Iron Star Indoor. Так как мы живем в прекрасной стране, где у нас 3 месяца лета, 9 месяцев зима, то у нас нужно что-то делать зимой. Поэтому у нас есть зимняя серия. Вместе с нашими партнерами World Class мы проводим индор триатлончики. Маленькие, очень хорошо подходящие для новичков. Star Kids, потому что мы растем. Там 85% наших участников на Iron Star приезжают с семьями и с детьми. Поэтому вот с 2015 года мы запустили серию это Star Kids. Детские благотворительные забеги, они у нас в канун большого старта происходят. Детишки до метра бегут 500, выше метра километр. Паспорта мы не спрашиваем, родители их регистрируют у нас на сайте. И, по сути, там регистрация 0 рублей 0 копеек, но родители могут выбрать и там необходимую сумму 100, 300, 500, 1000 рублей, 1,5 или более, и отдать это нашему благотворительному партнеру. В результате там с каждого забега почти по 100 тысяч рублей уходит просто в благотворительный фонд. Ну, такая пассивная помощь и социальная ответственность нас, как организаторов соревнований. Роза Ран, Макс не упомянул, но это такой первый пилотный проект у нас возник в 2016 году. Первые майские выходные мы провели 4-дневный беговой фестиваль. Кстати, кто был? Есть такие? 1, 2, 3. 3 человека. Вы были в этом году или в прошлом? В этом году. Ну и как? Класс, да? 4 дня просто люди заряжаются. 4 разных формата. В первый день это вертикальный километр с 1170 высоты. Нужно забежать на 2300. Туда никто никогда не забегал. У меня это занимает 2 часа почти с лишним, но мы даем лимит час.
но это все равно фан, потому что при температуре плюс 20, солнце светит, вы сразу погружаетесь в снег и пошли по снегу наверх в горы потрясающей красоты трассы. Второй день — это квест, третий день — это карнавал, совершенно чумовой, сумасшедший по энергетике забег, и четвертый день — это самый красивый в России полумарафон. Называется это «Роза три семерки», 7 километров равнина, 7 километров подъем, набор высоты 600 метров, местами градиент 11% и 7 километров спуск. Рекорды на этой дистанции у нас 1:09 в прошлом году, 1:11 в этом году. То есть сравнимы как с результатами на обычных равнинных полумарафонах. Но он единственный, собственно, вот в таком формате, исполненный сертифицированным AIMS, в международный, имеет международный сертификат. Поэтому, если вам захочется драйва, адреналина и красоты, тогда в следующем году регистрируйтесь. Опять же, первые выходные майские. В этом году у нас почти 1100 участников было. Мы приросли в три раза. И, соответственно, почти 5000 болельщиков приехало, сопровождающих, отдыхающих на майские выходные. Приезжайте с семьями, будем вас видеть. И, соответственно, ну, помимо всего этого, это сейчас уже стало там моим бизнесом, моей работой. Ну, понятно, до этого я занимался другими вещами. И, собственно, я решил, что для вас просто коротко изображу это все в рамках одного слайда. Удивительно, но вся жизнь обычно помещается именно так. Соответственно, сошел с конвейера 42 года назад. Когда я делал эту картинку, думаю, здорово, и оказывается, спорт у меня в жизни появился самым первым, это в районе 5 лет, во многом благодаря родителям. Мама мастер спорта по легкой атлетике, отец мастер спорта по биатлону. И как бывает в семье музыкантов, с музыкалки очень сложно соскочить, тут же также не соскочить со спорта. Да? Образование, собственно, как и у всех, школа. А вот касается спорта, 16 лет кандидат мастера спорта по биатлону. И в 35 лет кандидат мастера спорта по триатлону, который влетел в мою жизнь в 2008 году и, собственно, вот вылетел теми проектами, которые мы сейчас развиваем. Школа, училище, университет маркетинга в Финляндии, Московская школа управления Сколково в Москве. 20 лет отработал в корпорациях и в 2014 году ушел из корпоративной практики. И, по сути, мы начали создавать коммерческие проекты на территории России. Сейчас уже у нас там порядка 4 компаний. Как видите, тут еще есть запас. Что-то надо будет здесь создавать. В общем, идей и планов очень много. И о некоторых, собственно, в том числе, буду рад ответить и рассказать, если вдруг будут вопросы. Я вам про свою жизнь сказал. Собственно, вот так выглядит ваша жизнь. Всего лишь 5 видов активностей. Если кто не видел, если для кого это секрет, значит, мы спим, сидим, стоим, ходим и бегаем. Я сразу хочу предупредить, этот слайд про плохие новости. Первая плохая новость заключается в этой цифре. 25 550. Как вы думаете, что это такое? Спим. Количество дней. Что? Дней в жизни. Здорово. Ну, в принципе, вот два правильных ответа. Если бы мы жили в другой стране, то, скорее всего, эта цифра была бы либо больше, либо меньше. Но так как мы живем в России, и средняя продолжительность жизни здесь 70 лет, это всего лишь 25 550 дней. Я же сразу предупредил вас, что это слайд про плохие новости. Плохая новость номер два. 40% этого времени вы проспите. Соответственно, у вас остается всего лишь 60% на другие виды активности. Третья плохая новость. Другие 40% вы просидите или простоите. И всего лишь 20% у вас останется на то, чтобы ходить или бегать. Ну, по сути, поддерживать себя, ну, как, какой угодно вид физической активности, но эти 20% для того, чтобы поддерживать себя. Еще одна плохая новость, она как раз касается людей старше 35 лет. Значит, вам осталось 12 225, минус 40% осталось 7000 дней, еще минус 40% совсем немножко осталось, и на активности у вас, ну, по сути, тут несколько лет. Усвоили? Классно? Все четко, все понятно? Ценность каждого дня сразу возникает? Возникает. Вообще считаю такое, знаете, что жизнь — это такой сплошной вызов. Вот у каждого там свой срок. У кого-то 25 550, кто-то планирует 30 тысяч дней и так далее. У кого-то, может быть, поменьше сложится, но не суть. Вот если задуматься о том, что все имеет свою определенную границу, срок годности, как угодно, тогда может поменяться в том числе и отношение к тому, чем вы занимаетесь. Буквально 2-3 недели назад
Андрей Шаронов, может быть, кто-то знает, это президент Московской школы управления Сколково, наконец-то вышел в свет со своей новой презентацией, она называется «Я 2.0». И очень интересный слайд, я у него позаимствовал. «Топ-5 сожалений перед смертью». Это взято из книги, которая называется «Top 5 Regrets of the Dying». И эту книгу написала Бронни Вейр. Она работала долгое время в клинике, куда доставляли, ну, уже, по сути, безнадежных людей. Так вот, она общалась с этими людьми и задавала им вопросы на тему того, о чем они сожалеют, чего они не успели сделать в этой жизни. И вот что получилось. «Мне жаль, что не хватило смелости прожить свою жизнь, а не ту, которую другие ожидали от меня. Я слишком много работал. Третье. Мне жаль, что я не всегда имел смелость выражать свои эмоции. А чем старше мы становимся, тем меньше эмоций мы выражаем. Тем больше мы начинаем себя ограничивать. Мы думаем, что у нас какой-то вот возраст, не позволяющий что-то делать, то, что мы могли сделать 10-15 лет назад. Четвертое. Я хотел бы чаще встречаться с друзьями. Чем взрослее мы становимся, тем, по сути, мы меньше вот этот нетворкинг, круг, меньше активности, меньше точек соприкосновения с новыми людьми интересными. Это же страшно вот так вот подумать, но есть люди гиперактивные почти до самого конца. Они каждый день пытаются встречаться, знакомиться, общаться, держать такую открытую жизненную позицию. Пятое. Мне жаль, что я не позволил себе быть более счастливым. И вот это вот счастье, оно в принципе во многом по-разному трактуется. Одно из самых длинных исследований, которое в мире ведется до сих пор, по-моему, уже более 73 лет, это по сути понять, а что такое счастье для человека. У каждого оно по-своему. 77% россиян говорят, что счастье – это отсутствие проблем со здоровьем. Ложь. Полная ложь, потому что в России у нас люди не следят ни за здоровьем и не занимаются спортом в принципе. Ну, по стране. Я не говорю про вот эту компанию, которая собралась здесь сегодня. Так что берите это с собой, чтобы у вас вот к концу вот этих 25 550 дней было как можно меньше в списке вот этих сожалений. Может быть, чтобы этот список был ноль. Спорт на выносливость. Что это значит для меня? У каждого человека есть своя граница, которая называется «я не могу». Макс об этом постоянно говорит. И, в принципе, эту границу вы можете забрасывать. У кого-то она наступает на первом километре. Вышли на тренировку, побежали, все, больше не могу. У кого-то она наступает на третьем, на четвертом, на пятом, на десятом, 21, 42, 50, 100 и так далее. И мы вдруг начинаем находить людей, у которых почему-то эта граница очень далеко заброшена. Для него вот это «не могу», оно в принципе наступает в процессе исполнения задания, но он борется с этим чувством, переживает его и тем самым толкая себя вперед. Возвращаясь из любого спортивного испытания, вы можете совершенно спокойно переложить это на обычную вашу жизнь. Отношение к жизни, к работе, личные отношения, отношения внутри семьи, с детьми и так далее. И по сути вот этот виды спорта на выносливость, они дают нам некую жизненную базу, позволяющую в том числе и выживать в обычных отношениях. Да? Соответственно, я в какой-то момент понял, что через виды спорта на выносливость, будь то триатлон или марафоны, я еще получаю нечто больше, чем просто спорт, чем просто хорошую перезарядку. Я еще получаю огромное количество новых знаний, я получаю огромное количество новых контактов, я знакомлюсь с новыми людьми, которые делятся со мной, как с открытой книгой, всем тем, что они знают, потому что им в принципе не жалко. Пусть повторит то, что мы сделали. А для меня это возможно что? Снизить все факторы риска, которые не позволят мне преодолеть любую цель, которую я поставил перед собой. Про триатлон. Ну, собственно, триатлон в моей жизни появился в 2008 году. И как раз вот именно с этой дистанции, суперспринт, это вот буквально, получается, 9 лет назад, я тогда впервые вышел здесь, в Москве, в Строгино, проплыл 400 метров на маунтинбайке, проехал 12 тогда было, и пробежал 3. Я уже через 25 метров тонул, я выпил этого половину Строгино, и я понимал, что это был какой-то ад. Выйти на стартовую линию, предполагая, что силой мысли я могу все проплыть и сделать. О том, что надо было тренироваться. Да? Я тренировался, но недостаточно. Ну а потом, собственно, вот вернулся обратно к тренеру и сказал: слушай, ты меня вот в эту историю вовлек, давай теперь тренируй, потому что я не удовлетворен своим результатом. Ну и, собственно, так понеслось. И вот эти 6 ключевых дисциплин для вас, это то, что есть в ITU, International Triathlon Union, как официальные дистанции.
Собственно, олимпийский триатлон – это то, что входит в программу летних олимпийских игр. Триатлон стал олимпийским видом спорта всего лишь 17 лет назад на Олимпиаде в Сиднее. И, собственно, вот две дистанции, такие назовем королевские, которые наиболее популярны среди всех любителей. Это полужелезный триатлон, почти 2 километра плавания, 90 велогонка, 21 бег. И железный триатлон, почти 4 плавания, 180 велогонка и 42 бег. Есть здесь люди, которые сделали вот эти две дистанции. Полужелезный есть? Есть. Посмотрите на них, запомните. Почему-то они сели все вот тут, вот как раз с этой стороны, ближе к стенке. Есть ли те, кто сделал железный триатлон? Опять тоже этот ряд. Пожалуйста, 2 человека. Если вдруг вам когда-то станет скучно, и вы решите не останавливаться на этом железном триатлоне, здесь еще есть одна официальная дистанция, она называется ультражелезная. Это 10 плаваний, 420 велогонка и 84 бег. Занимает всего 3 дня. Поэтому вы можете аккуратно спланировать себе такой забавный уикенд. Да? В пятницу стартанули, в воскресенье финишировали и преодолели какой-то новый жизненный опыт. Но, чтобы вы понимали, я вас немножко потом еще проведу дальше. Я сделал 4 железных, и, собственно, я потом начал задумываться, а что еще можно, собственно, вот где поучаствовать, и накопал для себя огромное количество новой информации. Но! Все это вытекало из концепции 2 часов. Когда там 10 лет назад, приехал в Россию работать по контракту, все, я вдруг окунулся вот в эту российскую реалию, где все люди работают, иногда там утром раскачиваются долго, вечером потом чай, кофе, и все где-то к 6-7 начинают реально работать вечера. Вот, работая здесь, я понял, что у нас есть огромное там количество представительств и офисов на Дальнем Востоке, которые нужно обязательно утром с ними поговорить, а вечером они уже спят. То есть, и все, и я понял, что в этой стране можно работать в принципе 24 часа в сутки. Вот если они у вас есть, силы, желания и возможность, то можно совершенно спокойно, вас займут эти 24 часа любыми занятиями. Хорошая работа в этой стране никогда не закончится. Соответственно, я понял, что я могу просто сдохнуть на этой работе, потому что у меня нет времени абсолютно на себя. И я подумал, а что мне сделать, вот как там, заставить себя вырваться из этой рутины. Я подумал, окей, 2 часа в день. Могу я себе позволить для того, чтобы, например, утром зайти там, в спортзал, потренировался, пошел в офис. Закончилась работа, пошел в спортивный зал, часок потренировался, вышел. Все, это мое время, где не меня имеют, а я имею это время. И, соответственно, у меня есть возможность что? Перезарядиться, подумать, переосмыслить потенциально те решения, которые я собирался принимать, подумать, что я хочу делать дальше. К чему это все привело? В результате у меня полностью сменился круг общения. Кстати, я уже не сказал, что я 20 лет в алкогольной индустрии работал. Да? Это правда. 20 лет в алкогольной индустрии на 9 рынках, и поэтому, собственно, у меня круг общения был специфический. Соответственно, вот эти 2 часа в день, начиная с 2008 года, они постепенно начали приносить результаты. Первое. Сменился круг общения. В трусах и в майках я встретил других людей, похожих на меня, которые тоже работают много, и у них помимо работы есть еще какие-то ценности по жизни, которые они хотели бы реализовывать. У них есть какие-то новые цели, в том числе связанные со спортом. Пусть это любительские, пусть это микроцели, но они есть. Выясняется, что они ведут активный образ жизни, интересно путешествуют, много общаются с другими людьми. Я подумал, здорово, это, кстати, с того же самого года перестал планировать овощные отпуска. Я стал делать там 4 раза в год, по неделе, и это всегда было связано с физической активностью. То есть я искал какие-то кемпы, там, уезжал на неделю, классно проводил время, возвращался обратно, заряженный, с новыми знакомствами, контактами, похудевший, загорелый. Все классно, да? И вот, в общем, у меня как-то так эта концепция 2 часов, она привела к абсолютно новым качественным результатам, которые я вывел вот в этот список. Не все. За последние там несколько лет с Максом и с его папой мы переплывали Босфор, тогда еще даже очередей из российских участников не было. У нас тогда вышло, я уж не помню, человек 10, наверное, из России, среди 1300, которые переплывали из Азии в Европу. 2 раза сбегал из Алькатрас. Кто знает, что такое Алькатрас? Тюрьма, где она находится? Сан-Франциско, чем она известна? Оттуда, сбегали, но они их в разных состояниях вернули обратно.
Вот. А что еще там известно? Сильное течение, хорошо, уже ближе. Акулы, правильно. Что еще? Аль Капоне там был, все верно. Что еще? Холодно. Это ближе к спорту сейчас мы подходим. Именно почему Алькатрас входит в топ-5 самых сложных экстремальных триатлонов в мире. Очень нестандартная дистанция, но вам нужно плыть от тюрьмы с острова 2,5, у всех по-разному, около 2,7 километров до финиша, но вы не плывете прямо на финиш, то есть вы плывете вообще в другую сторону. И вас постепенно течением сносит вода. Ну вот первый год, когда я участвовал, была плюс 11 градусов, воздух 16. Потом приехал еще раз, плюс 26 воздух, 9 вода, то есть она в районе 10 градусов всегда. Прохладненькая водичка. И дальше уже, кто был в Сан-Франциско, понимает, что это не равнина, а это вот такой вот город, и потрясающая трасса, очень красивая и очень сложная. Ironman в 2009 году впервые принял участие в полужелезной дистанции, и, собственно, вот тогда я проникся вот этим духом и атмосферой людей, которые туда приходят, процессом подготовки, что он меня дисциплинирует, новые знания и так далее. И, в общем, в 2009 году, я помню, мы были втроем, Андрей Жуков, Дэвид Херн и я, которые под флагом России выступали в Висбадене, в Германии. И я помню, когда я вернулся обратно на работу, у меня все спрашивают, нафига, это что было, это для чего? И когда меня сейчас спрашивают вот про это, я говорю, ну подождите 7 лет, сами потом поймете. Да, то есть вот про эту пятикратную железную дистанцию, то есть вообще ультрадисциплины, это то, что в будущем, это не сейчас, поэтому вы постепенно будете узнавать больше и больше людей, которые преодолели различные ультра-триатлоны. 4 айронмена, включая чемпионат мира на Гавайях в 2011 году. Буквально 2 года назад попробовал пробежать первый полумарафон и реально понял, что это укладывается в мою концепцию 2 часов. Я стал бегать пейсмейкером на 1:59, весело общаясь с теми людьми, которые рядом со мной находятся. 6 марафонов, 1 ультрамарафон в этом году, очень понравилось. Когда ты выходишь за пределы этих 42, и ты пытаешься вот эти 8 километров совершенно по-новому прожить. В 2013 году, в 2012 году я понял, что я ненавижу бегать, поэтому мне тяжело дается триатлон. Бег — это уже нужно там третьей дисциплиной на десерт пройти, а ну, не пройдешь, медаль не получишь, да? В общем, а почему не любил? Потому что никогда цели не было. Соответственно, вот для меня в 2019 году такое было переосмысление. Я хотел понять, собственно, можно ли полюбить бег. Нужно в это погрузиться, познакомиться с людьми, узнать вообще, почему они кайфуют от этого. Вот. Но нужна была всегда цель. То есть цель была поставлена. Это марафон в пустыне. Он самый сложный в мире. В течение одной недели вы бежите на полном самообеспечении. У вас за спиной легенький рюкзак. В этом рюкзаке еда на неделю, запасной комплект белья, медицинские, ну, аптечка. И, собственно, все. Душ через неделю, электричество через неделю, кровать через неделю, мобильная связь через неделю, человеческая еда через неделю. Все через неделю. Ну, в моем случае, да, это получилось, потому что я полгода только бегал, только общался, читал очень много, узнавал, делал холодные звонки людям, которые преодолели эту дистанцию. В основном это были все участники за рубежом. Вот, но я там условно писал там кучу лайфхаков, как преодолеть пустыню с минимальными потерями. Ну, это получилось. И что? Вес рюкзака на старте был в районе 12 килограмм. Много. На финише где-то в районе 9. Ну что-то ты уже начинаешь выбрасывать, передаривать. Марафон в пустыне — это стопроцентная работа с форс-мажорами, если вы действительно идете на результат. Больше 50% проблем бытового характера. Да? И 99% всех участников в первый же день травмированы. Здорово, то есть тебе еще неделю бежать, а у тебя уже нет кожи на ногах. Ну все, а дальше ты уже начинаешь работать с тем, что ты не мог оттренировать в обычных условиях. Лайфхак — готовиться заранее. Я видел людей, которые там пришли, они такие, ну типа я же что-то бегал, приходят, а там все, те условия, в которых ты никогда в жизни не был. Поэтому общение с людьми, оно привело меня к тому, что я взял самые маленькие вещи, это был относительно легкий рюкзак,
Соответственно, я финишировал, ни разу не обращаясь к медикам. Все, что необходимо, нужно было там делать дренаж, прокалывать ноги и так далее. Это все делал самостоятельно. Это лучше вам не знать. Но это позволило сохранить ноги в хорошем состоянии. И вот сегодня не покажу эту фотографию, но мы, помню, тогда заложили эту традицию. Складываем номера участников, становимся вокруг на кроссовках, да, голыми ногами, и фотографируем сверху. И вот, собственно, у кого какие ноги можно сразу увидеть, это сразу, ну, говорит о том, насколько ты хорошо готовился. Правильно ты выбрал кроссовки, правильно ли ты подготовил кожу ног, правильно ты ли выбрал носки, правильно и все прочее, это полностью вот отражает твой результат на ногах. Ну и, собственно, в 2015 году я подумал, здорово, каждый год, в принципе, там у меня и так были такие амбициозные цели, каждый год там по Айрону делать, но чуть-чуть подальше уже решил смотреть, и в 2015 году, пятница, август, вечер, делать было нечего, мы вышли на пробежку, и через 24 часа финишировали, цель была пробежать 200 километров, цель не выполнили, но выполнил там свой первый большой ультрамарафон, 186 километров, и, собственно, вот в 2016 году начал интересоваться темой ультра-триатлонов, нашел людей, которые это сделали очень хорошо, с хорошими результатами, начал следить за их достижениями, потом лично познакомился, вдохновился вот этими вещами, которые делают обычные люди, работающие в компаниях, у себя в компаниях или в офисах, вот, и начал узнавать, конспектировать, записывать, и, собственно, вот сейчас мы придем, есть один человек, такой мотиватор. Мне кажется, что в жизни у каждого есть такой человек, мотивирующий, который своим личным примером показывает, что он это может, и ты постепенно начинаешь думать, что, в принципе, ну и я тоже, да, могу это сделать. И вот, собственно, в этом году состоялся как раз вот этот Quintuple Endor, это пятикратный железный триатлон. Все сразу, 19 плавания, 900 вел и 211 бег, который занял всего 73 часа 50 минут. Вот вам, значит, план до пенсии. Если вам вдруг на железное уже стало скучно, соответственно, еще вам 7 дисциплин сверху. Это уже по классификации International Ultra Triathlon Association. Соответственно, вот есть дабл железное, 7,6, 360, 84, лимит времени 36 часов. Дальше трипл, квадро, ну и, собственно, квинтипл. Вот ту, куда я залез, решил, что перескочу вот эти три, и сделаю вот эти 19, 900, 211. Видите, мировой лимит времени 100 часов. Мы сделали лимит для себя 80 часов по нескольким причинам. А, это индор. Второе, на соревнованиях Iron Star на полужелезной дистанции лимит времени 8 часов. Это можно перевести как 5 железных или 10 полужелезных сразу. Соответственно, справедливо поставили 80 часов лимит и стали уже планировать тренировки и, по сути, само испытание в момент прохождения, исходя из нового лимита для себя. Дальше. Мы поняли очень быстро, что готовиться на квинтипл, то есть на пятикратный железный триатлон, глупо, если у тебя нет еще большей цели. Поэтому мы поставили двухлетний план подготовки, что в этом году мы делаем квинтипл, а в следующем году мы делаем дека, но уже аутдор, на улице. Соответственно, в рамках официальных соревнований, которые в России пока не проводятся, а проводятся в Европе, в Соединенных Штатах Америки и в Южной Америке. Соответственно, на следующий год планирую преодолеть 38, 1800, 422. Вот. Ну и тут дальше, вот еще раз говорю, если у вас потом уже будет возможности, вы заработаете достаточно денег, сможете уехать на целый месяц, то вот, пожалуйста, вам на целый месяц мероприятие, самое крайнее, трипл-дека, 114 плавания, 5400 велик, и потом 1260 пробежать и спокойно собрать чемодан, поехать домой. Да? До Владивостока. До Владивостока? Здорово, видите, уже вот классные появились ориентиры. Да, у меня, например, получилось из Москвы до Таллина. Велик – это из Москвы до Ростова-на-Дону. Бег, я не знаю, по-моему, в Ярославле сбегал. Так что вот, вот так. Классно, да? То есть, если… Пожалуйста. Два вопроса. Первый – сколько человек участвовали, когда вы проходили, да, допустим? И второй вопрос – когда Аэростар в России планирует проводить? Не, Аэростар – это же, ну, человеческие старты. Это не про… Ну, мы же не роботы, мы для обычных людей. Вы же знаете миссию Iron Star, мы делаем из обычных людей новых героев.
все, давайте ограничимся железной дистанцией. Нам хотя бы там сейчас набрать нам 1000 участников, не знаю, за 3 года. Что в прошлом году у нас на дистанцию вышло там 200 с небольшим. В этом году, я думаю, что мы уже подойдем к отметке 400 участников на железной дистанции. Поэтому, не, это реально индивидуальные истории. Вы можете выбирать, есть пока за рубежом, в России их нет. Но в России, кто знает, в этом году проводится второй Сибириамен, ультра-триатлон, 10 плаваний, 420 велогонка, 84 бег. В прошлом году вышло на старт 10 безумцев, 9 финишировало. В этом году выделили 30 слотов и продали меньше, чем за несколько недель. Да? Спрос. Если так вот отступать от контекста, вообще это глобальный тренд. Именно за последние 100 лет, кто знает, что скорость человека на 100-метровке, она не сильно увеличилась. В 1936 году это было 10.04, и в 2009 году это было 9.58. Но зато на марафонских дистанциях улучшение результатов по сравнению с первой марафонской дистанцией 121 год, это был 2 часа 58 минут на дистанции 40 километров, темп 4.30. Сейчас, извините, 4.30, вот в это воскресенье, да и на полумарафоне бежало, наверное, несколько тысяч человек. То есть потенциальных победителей Олимпийских игр 121 год назад. Соответственно, сейчас мы видим, что люди приближаются и пытаются разбить рекорд меньше 2 часов. Соответственно, 2.58, меньше 2 часов, прогресс больше 33%. И мировой тренд – это то, что скорость на коротких дистанциях снижается, выносливость человека на больших дистанциях растет. Нам просто суждено еще в ближайшие 3-5 лет видеть огромное количество людей, которые будут ставить вот такие цели. Так что мы форсируем события. Со мной никто не участвовал, вот всю эту дистанцию я преодолевал целиком, прошел один. Но на отдельные этапы ко мне приезжали там друзья, кто-то рядом на дорожке. На плавании вообще никого не было, то есть один поплавал. 900 километров рядом еще были 2 ватбайка, и люди просто приходили, кто-то 50 открутит, кто-то еще на беговой дорожке там по минимуму по 15, по 20 километров кто-то бежал. Не пустили, ну и правильно сделали. Скажите, а это 5 циклов или это подряд? Ну, то есть, вот это? Да. Это сразу. Ну, то есть 19 километров. То отплыл, вышел, я вам докажу, потом это видео будет. Можно, но не нужно. Ну, то есть официальное, это преодолевается все сразу. Вот здесь на деке есть уже деление. На деке вы можете пройти все сразу или в формате day by day. Соответственно, каждый день сурка, утром выходите, плывете 4, 180, 42, отдыхаете, на следующий день выходите снова 4, 180, 42, и так 10 дней. Результаты складываются. Что, еще раз? Я вам обо всем этом расскажу, 3 часа 45 минут, потом в деталях. А последние 2 дистанции? Все дистанции, чтобы вы понимали, уже есть мировые рекорды. Все. Вот зайдите на сайт IUTA и посмотрите результаты. Все, по всем дистанциям есть мировые рекорды. Вот мой мотиватор, собственно, Райт Ратасеп. Парень, за которым я долгое время следил, просто читая его блоги в социальных сетях, потом лично познакомился, и в течение подготовки вот к этому испытанию мы, в принципе, там каждое воскресенье или через воскресенье созванивались через скайп, и я рассказывал, чего я сделал за неделю, он делился своими впечатлениями. Он в 2015 году установил мировой рекорд на дека ультра-триатлоне, преодолел за 108 часов, до этого мировой рекорд был 115, но так как конкуренция была большая, то он там буквально несколько секунд проиграл лидеру, то есть он занял второе место с результатом 108 часов. В этом году он планирует установить новый мировой рекорд, выйти из 100 часов. Можете себе представить, каждый железный триатлон меньше 10 часов, каждый день. Это серьезная подготовка. В обычной жизни семьянин, 2 детей, прекрасная супруга, своя юридическая компания и свободное время от работы, он тренируется. Ну, собственно, то, что было цель поставлена 24-27 апреля, в общем, это событие состоялось. Оно происходило в ворд-классе, в городе столиц, здесь, в Москве. Соответственно, в бассейне плавания, на велостанке 900, и на беговой дорожке 211. Все это, безусловно, состоялось благодаря партнерам, которые поддержали. Там Adidas, Panafta, World Class, Garmin, SIS, Rusfond. Каждый из них внес большую лепту в то, чтобы это состоялось. Но еще гораздо важнее – это команда. А, собственно, вот без команды вы никуда не можете двинуться. Первый человек – это Женя Костина, которая просто поверила в саму идею, что это можно сделать.
Второе – это Вика Шубина, которая у нас квалифицирована была на чемпионат мира на полужелезный триатлон, на железный триатлон. И человек, который было интересно, в принципе, провести такой эксперимент и вместе со мной пройти этот путь до конечного результата, получить тем самым новые знания. Валера Плужников, вот, пожалуйста, человек, который научил топор плавать, соответственно, полностью поработал со мной над техникой, и в результате мой план был улучшен на этих 19 километрах. Я изначально планировал плыть по 2.11 на 100, крайний там, случай это 2.30 на 100, но среднее получилось 2.08. Так что тебе огромное спасибо и запись через меня к нему. Вот. Дима Колесников, который тоже прожил со мной, в принципе, уже второе испытание. Человек, который готовил меня под ультра 24-часовой марафон, собственно, знает абсолютно там до мелочей всю мою группу мышц, знает, где какие проблемные и слабые точки. И, по сути, вот он спортивный массаж. Перед испытанием обычно за месяц каждые два дня после тренировки, до тренировки. И в моменте испытания он приезжал каждые 12 часов, соответственно, в 6.30, с 6.30 до 7.30 утра. И с 8 вечера до 9 вечера у нас был восстановительный массаж. Он решал те проблемы, которые я, по сути, на свое тело нагрузил за этот период времени. И невозможно, я уже сейчас это прекрасно понимаю, преодолеть такую дисциплину, если вы не восстанавливаетесь прямо по ходу. Питание, дыхание, пульсовые зоны соблюдения, вот этот тот же самый массаж. Потому что то, что происходило с телом, сложно описать. Вот если бы его не было, я бы точно уже не дошел до финиша. Просто не дошел, я не про бег говорю. Ян Бравый, кто, может быть, знает, человек-легенда, по сути, биомеханик команды «Астана», велокоманды. Ян помогал в самом начале, смотрел технику, анализировал, выписывал все ошибки, составлял, помог с функциональными тестированиями. Лена, вот, собственно, мое сердце находилось в руках вот этого человека. Она вела полностью там, мониторинг сердца с самого начала, как только мы начали активно готовиться. И, по сути, сразу же после, на следующий день финиша я приехал к ней. Она провела снова все анализы, УЗИ, ЭКГ. В общем, я ее расстроил. Она думала, что спорт вредит. Он не вредит, выяснилось. Да. И Андрей Смирнов, человек, который в России представляет спортивное питание СИС, может быть, кто-то сталкивался, тоже мы с ним прожили почти 7 месяцев, планируя спортивное питание на испытание. Твердого питания за 4 дня не было. То есть был только гели, были изотоники, были бананы и были там вот эти спортивные батончики. Но организм сработал как швейцарские часы, то есть ни единого сбоя. Потому что за 7 месяцев, на вопрос, да, 7 месяцев мы тестировали все. Запоминали реакцию организма на любой, вот, не знаю, там, шолох, что вот это не очень хорошо воспринимается организм, все, в сторону. И в результате оставили только то, что дало положительный результат по ходу тренировок. Ну и, собственно, чтобы вы понимали, невозможно преодолеть вообще вот это все сумасшествие, если там нет самого главного чувства, чувства юмора. Поэтому мы решили все это отснять, и я вот хочу представить двух ребят, Лешу, Сашу, которые прожили со мной эти 4 дня, снимая все это на 4 фильма. То есть коротенькие видеоролики будут вам представлены. Мы приехали на встречу с одним очень интересным человеком. И этот человек постоянно всегда вытворяет какие-то очень интересные и невероятные вещи в мире спорта. Не надо со мной ничего снимать даже. Блин, вообще. Ну просто мы приехали на встречу с очень интересным человеком. Я, ну, управляющий компанией. А он управляющий компанией. Кто, он сам? Ну, интересный человек. Вы, кстати, тоже интересный человек. Вы интересный человек. Что у вас в ухе? Мне? Он там это, Светлана Лобода. Слушай, слышал, там какую-то новую затею придумал. Опять какие-то перегонки какие-то на 500 тысяч километров, расскажи. Да не меньше. Меньше? Давай сейчас немножко расслабимся, у меня скоро тренировка. Да. Перед тренировкой нормально поесть. Кстати, можно самсу мне, пожалуйста? А самса? Да. Баранин. Ну, то, что самое быстрое переваривается перед тренировкой, перед объемной. Самое это. Нормально, да? Да нормальная тема, кстати. Хочешь попробовать? Я просто не знаю, а как это курить-то? Я просто на флейте играл. Ну, вот здесь примерно так же, только дуть надо. Расскажи, что там за челлендж у тебя сейчас планируется?
такая есть традиция ежегодно устраивать себе спортивный вызов, который приводит к определенным качественным там, изменениям. Мне в прошлом году вместе с тренером решили поставить двухлетнюю цель, а именно в 2018 году выступить на чемпионате мира по ультра-дека-триатлону. Это 10-кратный Ironman. Вот. Июль 2018 года. Ну и, собственно, то, что сейчас будет происходить, это такой промежуточный старт. Да, это осознанно делается индор. В индоре по нескольким причинам. Первое, во-первых, все под контролем, все рядом. И в случае, если какой-то форс-мажор произойдет, то всегда можно оперативно на что-то среагировать. Плавание в бассейне будет. 25-метровый бассейн. Все, это порядка там 800 бассейнов надо проплыть. Небольшая транзитка, да, там, переодеться на велоформу и перейти на такой, наверное, одну из самых приятных затяжных частей. Это совершить велогонку на велостанке 900 километров. При средней скорости 30 плюс с небольшим километров в час, ну, порядка 30 часов. Ну и, соответственно, потом опять транзитка. Да, небольшая транзитка и потом переходим на бег. Ну, такой десерт. 211 километров. Опять же, ориентируемся на темп, ориентируемся на пульс. Но планирую, что будет меньше, чем 24 часа. Абсолютно все под рукой. Но вовремя есть возможность остановиться, взять воду. Посмотреть телек. Что казалось бы... Смотри, Барселона, Ювентус. Скажи просто, а вот бег по дорожке. Хорошо, плохо для техники? Ну, плохо, если долго бежать, конечно, на дорожке. Да и, в принципе, тренироваться на дорожке. Для того, чтобы потом выступать на улице. Техника очень сильно меняется. Здесь же темп задает дорожка, ты по сути подставляешь ноги. Мягкое, комфортное приземление. А когда ты выходишь в реальные условия, начинаешь прыгать, как козел. Привет. Камон, ты что? Ты сам это сделал? Да. Это получается моновил, да, такой? Угу. По расчетам. Но я пока только до 80 разгонялся. Он еще не до конца доделан. Просто шок. Откуда ты взялся такой? А кто? Вообще нереально. Что-то. Максимальная скорость на этом моновиле около 100 км в час. Ну, то есть, грубо говоря, тебе реально могут приходить штрафы за превышение скорости, правильно? Ну нет, не могут, я считаю, с пешеходом. На Ардуино вроде бы такие штуки делают. Ты что, на Ардуино, короче, блин? Нет, на Ардуино я могу сделать дисплей, не более, короче. Но, блин, ездить на них, это реально рисковая тема. Ребята реально программируют на Мардуинах. Маленькая. На Мардуинке, ты что? Вот на этом мы будем делать рекорд Гиннесса 17-го. Ты, кстати, волшебник, если что. Ты волшебник? Да. Ну, смотри, я смотри, это понял. Чародей. Что за нереальный чувак? Как вот мы его встретили? Вообще непонятно. Мне очень нравится то, что есть люди, которые что-то придумывают сами и это воплощают в жизнь, потому что для этого нужно иметь кроме таланта еще усердие. Ага, ну не только усердие, но еще и, так сказать, величие момента и программирование на сях. Нельзя угнать его? Нет, конечно. Что ты делаешь? Мы триатлоном просто занимаемся. А? Триатлоном занимаемся. Не снимать, вам разрешали здесь. Так мы же ушли оттуда. Ну и что? Вообще ну, здесь они. Прекращайте это дело. Чтобы вы понимали, не было больших объемов тренировок. Были некоторые недели, которые нужно было просто впахивать. Но очень много работы, связанной с именно скоростью, темп, ваты держать и так далее. Вот если сейчас посмотреть, то вот, собственно, подготовка там 7 месяцев, на плавание всего 131 километр. А на велике получилось всего, вот, даже включая испытания, там 5-100, 900 набегал, ну и там пару выходных с семьей съездил, на лыжах покатался, беговых. Вот если глянуть все-таки на объемы до мероприятия, то в принципе они очень человеческие. Выяснилось, что... Как я и раньше говорил, в принципе, триатлеты, да и бегуны делятся на две категории. Те, которым в кайф,
и мученики. Мученики – это те, которые реально впахивают объемами, делают дикие какие-то совершенно нереальные тренировки, потом бегут соревнования, их увозят на скорой помощи, здесь они упали, там они сложились, здесь у них сердце вылетело, здесь еще что-то, там сознание потеряли, и все об этом знают, всех мучеников знают. И реально тех людей, которые кайфуют от того, что они увлекаются спортом, не так много. Я надеюсь, что здесь как раз люди, которые любят и хотят получать кайф от того, что они делают. Соответственно, понятно, что всегда, ну, все начали с тестирования. То есть важно было определить момент, в каком состоянии находится мое толстое тело, для того, чтобы его привести в какое-то рабочее состояние. И мы делали 3 теста по ходу движения, соответственно, один в начале, где зафиксировали все, где-то 2.5 или 3 часа мы тестировали меня, и потом мы делали один тест уже после новогодних праздников, надо было определить уровень оливье в организме, уровень красного вина в организме, зафиксировать это все, сделать работу над ошибками, и сделали уже функциональное тестирование за 2 недели до старта. По сути, вот доктор, ну, Лена, она и тогда дала вердикт по-хорошему, что, в принципе, можно преодолеть. И тогда уже были четко сформированы все пульсовые зоны, скорость и так далее, которые при сохранении и соблюдении этого плана можно преодолеть в эту дистанцию. В общем, и тренировки с тренером. Вика, мы тренировались всю дорогу на ватбайках, и только последние, по-моему, там дней 15 или 20 уже поставили физический велосипед и пересели на велик для того, чтобы просто чуть-чуть притереться. Ну и бассейн, всегда тоже с тренером, который делает видеоуроки, записывает ошибки, раскладывает все, что нужно поправить. Ну, действительно, то есть техника, она полностью поменялась. И я расслабился в воде, что позволило, опять же, улучшить акводинамику. И там эти 760 бассейнов, 761, один я подарил ему, преодолеть совершенно спокойно. Давай посмотрим, как это было дальше. Сейчас уже будут реальные факты о том, что все-таки все началось. Вот, и первый день, это первый день как раз плавания. Сегодня серьезный влог, никаких шуток, ноль шуток абсолютно, потому что у Лехи дэй-офф, и он не ведет сегодня влог. А я немножко опаздываю на встречу с одним очень интересным человеком. Этого человека зовут Владимир Волошин, и он сейчас заканчивает плавательный этап. Вот, я очень надеюсь, что я успею к нему подойти до момента окончания плавательного этапа и немножко с ним поболтать. Заканчивает плавательный этап 19 километров. Привет, как ощущения? Привет, парни, да вроде все хорошо. Ты все закончил уже? Да, вот только что. Супер! Ты видел кого-нибудь, я не знаю, рыб, морских дьяволов? Я про этого морского дьявола говорю. 19 километров. Это не шутки, это 5 дистанций плавательного этапа Ironman. Каждые 30 минут. Изотоник, каждый час вот такой. Борщ, картофельное пюре с котлетами. Ну я, собственно, про это и спрашивал, да. Человек из Титана просто вылазит на сушу. На всякий случай, это получилось 761 бассейн. 760 бассейнов – это 19 километров. Что у тебя питание для белого этапа? Это да. Полный загруз, правильно, Тимур? Ну да, на сегодня вечер, на завтра день. Тут, видишь, чем удобно, то, что всегда зашел. Слушай, ну вот смотри, у тебя, я правильно понимаю, что это же не типичная триатлонная транзитка? Я правильно понимаю, да что... Да нет, конечно, это там... Пятизвездочном отеле. Тебе удалось поспать там, я не знаю, молодец, посмотреть телевизор? Володя успешно преодолел транзитную зону, где-то у него ушло на это минут, наверное, 10-15, не знаю, что он там делал, спал ли, смотрел ли телевизор, но сам факт того, что транзитка у него очень короткая, он не отдыхал, и сейчас после плавательного этапа очень быстро садится на велосипед и начинает крутить. Напомню, крутит он 900 километров. Володя разложил свой ужин, завтрак и обед. Вообще сегодня здесь очень много людей, которые пришли осветить, так сказать, старт Владимира Волошина на плавательном и на велоэтапе. Вот, сегодня понедельник. Я так понимаю, это ребята с
третьего мистического. В ближайшие 30 часов вот этот вот человек проведет на этом велосипеде. 30 часов. 6:30 утра будет функциональный сон, 60 минут. Вторая пауза в 21:00. Вот, к этому времени уже цель преодолеть 600 километров, чтобы осталось еще 300, и потом уже перейти на бег. Можешь в двух словах рассказать про удовлетворительную составляющую твоего челленджа? Есть возможность поддержать нашу благотворительную инициативу совместно с Русфондом на протяжении последних 5 лет. Под все такие спортивные челленджи мы выбираем детей из России, из разных абсолютно городов, которым нужна помощь, которые мечтают быть здоровыми. Попасть на сайт Русфонда, там все очень подробно расписано. 2 клика, и ваша помощь будет принята. Сегодня утром, кстати, пришла смс-ка о том, что мы уже собрали 76 тысяч рублей. Вот, это еще до начала испытания. Но я надеюсь, что в течение сегодняшнего дня мы еще подсоберем и соберем всю необходимую сумму для 15-летней девочки. Даже если честно, мне уже надоело тут стоять, а Володе еще 30 часов крутить. В общем, я пошел домой, оставляю господина Волошина здесь одного. Володя, давай, удачи тебе. Завтра придем поддержать тебя. Ходите. Все, пока. Всем привет. Спать хотелось, но в принципе вот как раз и Райт тоже рассказывал, что вообще человек может находиться длительный период времени без сна, и ну там мы с ним обсуждали, он экспериментировал с этими вещами, вполне нормально через 40 часов сделать первый функциональный сон, через 40 часов. У меня получилось, понятно, что понедельник утро я проснулся, это где-то в районе там 7 утра, в 12 был старт, и соответственно первый сон он состоялся через 30 с небольшим часов. Нормально. На велике вообще классно. Я рекомендую, если кто долго собирается крутить на станке, сразу одевайте шлем, потому что если там... У меня было пару попыток, я действительно там подлавливал себя в моменте, что сейчас рухну. А если мероприятие происходит на аутдор, то со сном такая же история? Да нет, конечно, не. Аутдор это, вот еще раз говорю, то есть сложнее, конечно же, аутдор, потому что вы работаете с внешними факторами, здесь стабильная температура, вода была довольно-таки теплая, 30 градусов, но в целом в клубе, то есть то, чего хочется к 4-му дню, это глоток свежего воздуха. Вот, но на улице это, конечно, работа через сутки. Я помню, когда я бежал 24 часа, это несколько комплектов одежды, один на ночь, потому что температура понижается, плюс может быть дождь. Утром температура повышается, другая одежда, плюс солнце, ищешь тень. Это ну, полный экстрим. Соответственно, и можно спать дольше, но 25 550 дней помним, да? То есть спать-то мы все будем отдыхать на пенсии потом. Но если спланировать грамотный сон, то все получится. У меня получилось 3 часа 45 минут, отвечая на ваш вопрос. Первые сутки 30 минут, вторые сутки 120 минут, третьи сутки 60 минут, плюс 15 минут. Такой водительский сон. В 12 часов мы стартовали. В принципе, плавание довольно-таки комфортно. Там многие спрашивали, не закружилась голова. Я не делал сальто, а делал такой обычный разворот в горизонтали. Соответственно, по питанию было все четко спланировано. Каждые 30 минут на стене огромный таймер. Каждые 30 минут это изотоник в районе где-то 150-100 мл. Каждый час изотоник плюс гель. Соответственно, никакого твердого питания здесь нет. И, в общем, вот последствия плавания. Значит, какой урок я для себя извлек? Понятно, что к таким заплывам нужно очень хорошо и тщательно готовиться, особенно верхний плечевой пояс. Дельту, этого было недостаточно сделано, и в результате там последние, я уж не помню, может быть 2-3 километра, я понимал, что у меня будут определенные последствия, то есть больно. Плюс неправильная техника, она у нас у всех, кроме профессиональных спортсменов, это вынос руки из воды, вкладывание, вот идет нагрузка здесь как раз, и вот это вот. Неправильная техника даже в момент и каком-то коротким, она в результате приходит в эту боль, да, складывается в негативные последствия. Плюс я узнал, что оказывается Garmin после 10 километра не показывает вам количество бассейнов, да, поэтому когда мы готовимся, мы все дублируем. Как вы видите, 2 часов на левой и на правой руке.
ты плывешь, входишь в стадию определенной медитации, и вдруг, вот я понимаю, то есть у меня там, например, 7125, 7150, 7175, и потом я открываю глаза и вижу только цифру 10. Думаю, а как, ну то есть, что теперь он будет мне вот так считать? А мне же нужно понимать, я должен понимать, то есть, какой бассейн или сколько метров осталось и так далее. И вот здесь вот, и вот здесь вот загорал как раз Александр Жуков такой в плавках, лежит, почти спит. Кто его знает? Есть, такой, да, есть такой человек, известный триатлет. Да. Да. И я говорю, Саш, а Гармин что, он вот после 10-го вообще что ли ничего не показывает? Он такой говорит... Ну, не знаю, говорит, никто не пробовал, ты первый. В общем, одел вторые часы, то есть словил, когда показатель перешел, ну, я понял, что он все-таки считает, потому что у меня появилась цифра 11. Потом я думаю, сейчас вот я одену вторые часы, доплыву, словлю, когда он покажет 12, и тут останется ровно 7 километров, соответственно, запущу старт. Что я и сделал, счастливый, понимаю, что теперь хотя бы я здесь вижу, сколько бассейнов осталось потенциально. Ну, в общем, 12, 7, финиш, все, класс. Я смотрю на основных часах, теперь он показывает итог, не хватает 475 метров. А я понимал, что, ну, там, я даже чуть-чуть ускорился, я совершил одну из ошибок. Ты должен плыть всегда в одной скорости, никаких эмоций, никаких всплесков, ничего, четко по плану. А тут я думаю, класс, даже чуть-чуть темп подниму. И все, и эти последние 475 метров, которые я... Все, люди говорят, ну что, вылезаем? Я говорю, а мне не хватает. И обратно в бассейн и поплыл эти 475 метров доплывать. Проплыл 500, я уже сказал, 25 метров подарил Валере. Вот за то, что он... Да, за то, что он... За то, что он со мной работал. Но последствия были дикие. То есть я вылез из бассейна, и форму я велоформу одевал вот так. То есть я вкладывал руку, потому что она выше вот здесь уже не поднималась. А почему? Да. Из-за вот... Из-за дыхания на одну сторону. Да. То есть, ну, дыхание у меня, в принципе, там было через два или через три... Четыре грибка. Но на одну сторону. Потому что, когда ты тренируешься, очень важно тренироваться на две стороны дышать, чтобы ты был универсален, да? Если ты плывешь на открытой воде, и у тебя в одну сторону бьет волна, то ты можешь комфортно дать на другую. А когда ты... То есть хочешь, выйди сюда, чтобы тебя хотя бы люди увидели. Давайте поаплодируем, Валера. Краткое отступление, помимо того, что говорит, Валера вместе с Никитой Лобинцевым, кто знает, наш чемпион, что он там, чемпион мира, олимпийский чемпион, призер. Да, вместе создали школу плавания, и ну, Валера является партнером Никиты, Никита партнером Валеры, они учат людей плавать. Друзья, welcome, бассейн. Вот, ты хотел что-то сказать? Давай, коротко, да, чтобы мы... Сказать, очень быстро скажу, когда вы тренируетесь, очень важно тренироваться, дышать на две стороны, то есть плыть через три... или, может быть, кому комфортнее, через 5 грибков. Володя плыл через 4 грибка, дышал, да, то есть даже не через 2, но дышал через 4 грибка на одну сторону все 19 километров. Почему мы не исправляли это дыхание на одну сторону? Потому что это дистанция, это соревнование, да, и здесь уже на самом деле не сильно важно, в какую сторону ты дышишь, потому что ты до этого какое-то определенное время готовился. Но такую длинную дистанцию еще не плавал никто, ни в бассейне, там, ну, кроме профессионалов на открытой воде, да. И как раз это дало последствия на плечо, потому что Вова дышал в одну сторону, на одну сторону постоянно была нагрузка больше, да, угу. На которую вы опираетесь. Вот, и плечо немножко вылетело. Спасибо тебе огромное. Но насколько важно иметь всегда тренера рядом, потому что ну, тренер – это прямое отражение всех ваших ошибок, и в его интересах, чтобы эти ошибки растренировывали и продолжали. Ну что, дальше? Все ближе к жести. А у меня встреча с одним очень интересным человеком. Нет, я понимаю. Володь, доброе утро. У тебя часик сна, я, да, правильно? Хорошо, что ты зашел. Я нормально, у меня как раз получилось. То есть в 2:30 мы как-то зашли.
2 часа 41 минута, ночь, со вторника на среду. Я нахожусь сейчас в ворлд-классе, вообще никого, потому что, говорю, эту ночь еле попал в Сити. Вот это вот. Вот Владимир Волошин заканчивает свой велоэтап. У Володи была функциональная остановка на часик. Обязательно необходимо показать. Володя находится в режиме физической нагрузки уже около 40 часов. Володь, тебе нужна поддержка? Пять 5:30 утра. Володя заканчивает свой велоэтап. Вот я вообще никакой, очень сонный. Я не представляю, как еще он держится, но, в общем, ему осталось около 10. 10 километров. После того, как он закончит, начнется беговой этап. Ночью вот этот прям последние 100 километров давались очень тяжело. Сейчас мы приближаемся к финишной отметке. Последний отрезок уже иду 3 часа 3 минуты. И мне остается, ну, буквально 1,5 километра до финиша. У меня тоже, наверное, будет звание Iron Butt. 500 метров до финиша. И мы подъезжаем к Ростову-на-Дону. 300, 200, 100. Поздравляю, он сделал это. Круто, 900 километров. Значит, один блок 600 километров за 18 часов 32 минуты. И первый блок 300 километров за 8 часов 24 минуты. Ну слезть уже с этого велосипеда, уже... Прикипел. Так, сейчас главное не завалиться в последний момент. Есть. Примерно вот так происходит процесс восстановления во время часовых функциональных пауз, когда Володя спит. Ему еще при этом делают массаж для того, чтобы мышцы успели восстановиться и можно было дальше продолжить этот невероятный челлендж. Как ноги? Уже хорошо. Отлично. 2 дня разминки ног. Сходил, называется, в фитнес-клуб. Зашел. Понедельник зашел, в четверг вышел. Да. Все, Володя начал свой забег. 211 километров примерно, ну расчет. 24 часа. 24 часа, планируемое время завершения бегового этапа. Я провел с Волошиным почти целую ночь. Для меня это было адски трудно. Каково было Володе, остается только догадываться. У него очень сильная воля к победе и очень благие намерения помочь Русфонду собрать необходимые средства. Сделать донейшн можете и вы, ссылка в описании к этому видео. Подписывайтесь на наш канал bigvreden.ru, чтобы всегда быть в курсе самых актуальных и необычных спортивных экспериментов. Ну и, собственно, можете себе представить, да, там вот этот велоэтап прошел, это был, конечно, ад. Каждый раз, начиная плавание или вело, вы чувствуете себя хорошо, и ты думаешь, наконец-то предыдущий этап закончился, ты полон сил, двигаешься вперед, но это все очень сильно и обманчиво. Нельзя расслабляться. То есть, по сути, вот то, что я выяснил для себя, это движение в крейсерской постоянной скорости. Ты вышел на плавание, зафиксировал, вошел в темп, и ты в этом же самом темпе финишировал. Ты вышел на вел,
и на этом же самом темпе ты стараешься держаться максимально долго и так далее. Получилось в результате 900 километров за 26 часов 56 минут. И последние 100 километров это были самые адские 100 километров, потому что уже были сильно, ну так, перенапряжены мышцы, бедра, коленные суставы, вот подводящие здесь мышцы, правая икроножная мышца покраснела, воспалилась и очень сильно болела пятая точка. Поэтому сидение здесь оригинальное убрал, и где-то на 150 километрах последних я поставил то, которое привез с собой. Это более вытянутое, оно помягче, сверху набросил полотенце и поехал. Вот. Ну и, собственно, четвертое, последнее видео, которое, в общем, показывает, что в результате у нас получилось. Можно я тебя попрошу включить последнее, четвертое видео? Вот, видеофакт того, что все это состоялось, и бег был завершен. А с каким темпом бежали? Темп 7:37 минут. В начале чуть-чуть побыстрее было, ну, то есть там бежал по 9 км в час. Вот, но самое главное не это. Самое главное — это пульс. И, собственно, в течение всего этапа бега средний пульс был 130 ударов, не больше. Ты видел, что там происходило в углу? Нет, а что там было? Там мужчина проплыл 19 километров, потом проехал 900 на велосипеде и сейчас закончил бежать 211. Это все без передышки. В течение 4 дней. Да? Офигеть. Ты хотел бы себе такого мужа? Нет. Почему? Я бы умерла. С ним? Тебе не нужно было бы с ним бежать. Ты бы просто отдыхал в свое удовольствие, он бы здесь бегал целыми днями, и ты бы знал. Кто это? Это Владимир Волошин. Как он выглядит? Он отлично выглядит, он в белой майке. Хочешь с ним сфоткаться? Да нет. Я уверен, что в Инстаграме сразу появится плюс 100 подписчиков. Я не фанатею. Не фанатею? Ты реально без остановки бегал? Да. Ну спроси, вот человек тренировал его плавание. Более того, он плыл с гирей. У него гиря была привязана 16-килограммовая. Он плыл кролем 19 километров. Офигеть. Правда? Да. Все, сумасшедший? Ну да. Он герой. Герой, но сумасшедший. Ты достаточно давно бежишь, а ты по велику не скучаешь? Я то, ну, задница моя точно не скучает. Все. 200 уже пробежали? Ну и 11 здесь. 200 уже пробежали. Все быстро, сколько ты? Это что, он на химии? Все, мы уже устали. Ну, все выдуло, что ли? 500 метров до финиша, 400 метров до финиша, один стадионный круг. 300 метров до финиша, 200 метров до финиша, 100 метров до финиша. Подготовки Владимира. Часто ли он пропускал тренировки? Никогда. Я чаще пропускаю, чем он. В ней. Успех в ней, да. Профессиональным тренером. А сейчас Вика расскажет, насколько ненадежна система DI-2. А, да? Я должна об этом рассказать. Виктория принимала участие в Iron Man в Техасе и не смогла финишировать и занять призовое место из-за того, что компания Shimano не позаботилась о том, чтобы делать качественную продукцию. И ну, что-то не сработало. Ты на каком-то километре ты поехал на фиксике? Нет, не на каком-то километре, сразу просто. То есть я вышла из транзитной зоны, поехала, и мне ничего не переключалось. Ну, то есть ты не будешь... Я еще, конечно же, где-то километра 3 не верила в это. А потом решила, ну, в общем, что ДНФ, да? Да, пришлось все-таки это осознать. Это был чемпионат Америки, и там было 4 слота в моей категории. Я, конечно, ты была бы первая. Ну, может быть, не первая, но в тройке, я думаю, что была бы точно. Ну, теперь мы пересаживаемся на компаньола, да?
Нет, теперь мы разберемся с Шимано. И будем дальше упорно, знаешь, ставить на одно и то же число. Как бы я не буду петь оду геройства тебе, могу сказать, что ты просто удивляешь. Удивляешь и показываешь как бы пример тому, что не нужно пугаться трудностей. Очень много людей наблюдали за тобой, и они все были просто в шоке от того, что ты делаешь. Я тебе желаю не останавливаться. Спасибо большое. Вот, и побыстрее восстановиться, и хочу поскорее увидеть тебя где-нибудь на старте, чтобы мы вместе где-нибудь стартанули, потому что старты вместе приносят больше удовольствия, как в одиночку мучаешься. Я обещаю, как только почувствую себя уже хорошо, уверенно, пройдем все опять тесты, посмотрим, как организм восстанавливается, и тогда примем решение, когда можно будет уже там выходить на какую-нибудь первую пробежку в дружеской компании. Без фанатизма. В общем, давай здоровья тебе. Все должно быть в кайф. Спасибо. Знаете, да, что он плыл 19 километров, да. Потом ехал 900 и пробежал 211? Да. А как вы к этому относитесь? Хорошо отношусь. Ну, то есть вы тоже побежите? Нет, я, наверное, не настолько профессионал, как положено. Не ходи с ним сфоткаться? Но... Для Инстаграма. Камиль, можно спросить по поводу того вот мероприятия, которое вы наблюдали в углу? Там мужчина бежал 500 километров, видели? Да. И вам как вы к этому относитесь? А? Ну, Камиль, не убегайте, это же круто, это же 211 километров, ну что вы? В общем, я познакомился со всем персоналом, который работал там всегда. Я со всеми ребятами с Ближней Азии познакомился. Они ночью приходили, кто-то с тряпками, кто-то с ведрами. Плохо говорили по-русски, но зато спрашивали, всегда беспокоились. Ну как, еще? А может тебе что помочь? Может тебе там воды принести? Но нет, собственно. Питание, восстановление – это то, что важно было сделать. Соответственно, всю дорогу у нас вот из твердого более-менее питания – это были байты. Может, кто знает, выяснилось, что там нет сахара. Это то, что не нужно, собственно, по ходу движения. Там минимум орехов – это то, что не нужно, опять же, то есть тяжелая еда. Но здесь получил такую нормальную функциональную еду, которая, по сути, позволила двигаться дальше. Плюс план четкий составлен, прям был планшет, где я все отмечал, что я принимаю, записываю, соответствует это желанию или нет. Аппетита нет, чтобы вы понимали, но если вы не будете питаться по плану, значит, вы просто не дойдете до финиша. Восстановление каждые 12 часов, и, соответственно, организм после этого, как перезагружался, мы двигались дальше по 60, по 120 минут в день. Вот массаж был и так далее. И вот, собственно, там в конце, это буквально через там, часа два, наверное, после финиша, вот эта тарелка с борщом набрала 1400 лайков. Вот, ну давайте самое главное, наверное, там. Есть ли польза? Знаете, всегда задаю вопрос, и, в принципе, это уже 5 лет назад произошло со мной, когда мой там один из коллег спрашивал, он говорит, слушай, зачем ты все это делаешь, ты бегаешь, айронмены, какие-то марафоны, вообще, кому от этого хорошо? Я говорю, здорово, это... я не могу ответить на этот вопрос. Я говорю, а что с твоей точки зрения было бы ответом? Он говорит, у нас принято, ну, там, в Великобритании, что если ты участвуешь в каких-то марафонах, ну, поставь хотя бы маленькую благотворительную цель. Я тебя, ну, вот с тобой рядом точно не окажусь, но я могу тебя поддержать. Тем самым ты еще параллельно можешь какую-то пользу принести обществу. И вот, вот такие там эксперименты, знаете, как социальные, там, призвать людей помочь что-то сделать, уже который год приносят результаты. Наша цель была помочь Лиле Ермаковой. По сути, одна девочка была выбрана. Мы подумали, что ну, соберем, там ей нужно было 204 тысячи рублей. Мы собрали это в первый день, даже больше. Остаток перекинули на Лизу. Собрали и на Лизу 200 тысяч, даже больше. Остаток перекинули на Мишу. И на Мишу собрали деньги. И излишек перебросили как раз на Артема. И там нам не хватало несколько тысяч рублей. Там появился помощник, который полностью все закрыл. И в результате получилось, что за 4 дня мы собрали деньги на 4 операции. А можно было бы, конечно, этого и не делать. Но мне кажется, что в каждом деле должна быть какая-то польза для тех, кто хочет быть здоровым, хочет заниматься спортом, чувствует, что он живет. Ведь эти же 25 550 дней, они же всех, у всех, в принципе, есть. Вот. Ну и, собственно, 10 правил, по которым я лично живу, и они мне очень сильно помогают. Это первое, стараться, ну, там, просто принять себя, что я не идеальный, да, то есть я толстый для бегуна, вообще там за 100 килограммов переваливаю. Если люди думают, что вот мне 100 килограммов и я не могу бегать, ну это все в голове. Хочешь, иди, делай, не хочешь, продолжай жить так, как ты живешь. Соответственно, просто принимая себя, что я не идеальный, и это помогает мне все время работать над собой, здорово.
принимать решения каждый день, да, там, идем, не идем. Сегодня была возможность не прийти сюда, но я принял решение прийти, встретиться с вами и поговорить о том, что важно для меня, возможно, важно для вас. Ставить сверхцели. Давно стал отсекать, что такое просто цели и что такое сверхцели. Один лишь только критерий. Когда возникает сверхцель, сразу есть рядом чувство страха. И это чувство страха только от одной мысли, что я собираюсь это сделать, потому что я там никогда не был. И никто там, наверное, даже не был. И мне было бы неплохо это совершить. А второе, это чувство страха сохраняется до самого конца. Ты не знаешь, добежишь ли ты, дойдешь ли, сделаешь ли эту бизнес-задачу и так далее. То есть это чувство страха постоянно присутствует. Но зато, представляете, когда вы это реализовали, сделали, чувство удовлетворения потрясающее. А, мотивация. Но с этим вообще у нас в стране беда. Именно с мотивацией, зачем я должен это делать. Поэтому я в том числе, как и вся страна и жители нашей России, ищу постоянно мотивацию. Что может меня смотивировать? Вот я сказал, у меня есть мотиватор. В конкретном случае был человек, который меня вдохновил своими личными примерами, обычной нормальной жизнью, хорошим измышлением, возможно, правильными поступками, которые он делает по жизни, и вообще объединяет вокруг себя там, друзей и приятных людей. Работа с тренером, я уже сказал, да, невозможно. То есть мы не видели еще по жизни никогда ни олимпийских чемпионов, людей, которые преодолели что-то сверхъестественное, если у них нет рядом тренера, зеркала. Это тоже, кстати, дополнительная мотивация для вас, потому что если ты договорился с человеком прийти на тренировку, ты же не можешь подвести. Все, соответственно, ты свое тельце тащишь в спортивный зал для того, чтобы оно потренировалось вместе с этим опытным человеком. Работаю в команде. Ну, я уже сказал, да, что в команде гораздо веселее и интереснее. И там ты знакомишься с людьми, получаешь новые знания. И вот то, что там я слайд сделал с командой, это, наверное, ну, вот те, которые постоянно были ежедневно в процессе. А еще было человек 20-30 людей, которые были так или иначе задействованы в том, чтобы это получилось. Забота о здоровье. С этим у нас тоже беда. Мы все говорим, что здоровье – это там, залог счастья и так далее. Но у нас есть доказательства. У нас в триатлоне, в Iron Star, вот так вот возрастная группа, да, растет 30-34. Самая большая, самая красивая. С 18 до 50 лет все люди у нас участвуют. А когда я поговорил с нашим медицинским партнером и попросил его показать, кто является его клиентом, у него вот так вот. Соответственно, у него наибольшее количество клиентов, те, которые еще молодые, им нужно, видно, куда-то справки. И те, которые уже все, здоровье закончилось, после 50 лет начинают зарабатывать на лекарства. Но когда у нас здоровье вагон, мы его тратим, но не следим и не заботимся о нем. Соответственно, ставя перед собой важные, такие большие спортивные цели, не забудьте подумать, а может ли ваш организм это преодолеть. К поражениям особое отношение, то есть чем больше ошибок совершу, тем лучше. И цель вот этого V-челленджа, эти 1130 километров, была, знаете в чем? Совершить как можно больше ошибок, чтобы мы могли как команда записать все, что произошло, переписать свой план двухлетней подготовки и выйти на Deka Ultra Triathlon с минимальными там, не знаю, там, рисками и так далее. Подготовка, подготовка, подготовка и еще раз подготовка. Дьявол в деталях кроется. Хочу стать первым, это нормально. Да? Как у спортсмена, ты всегда либо целишься на первое место, либо никуда. Ну, хочешь стать первым на рынке, пожалуйста. Хочешь быть первым в команде, с которой ты работаешь, пожалуйста. Хочешь стать первым в глазах своей супруги, ребенка и так далее, пожалуйста. Да? Это нормально абсолютно. И самое главное, помните, что помнят только первых. И про пользу я уже сказал. Да? Не надо загрязнять атмосферу своими перелетами, переездами, различными там, испытаниями, если от этого никому не хорошо. Вот. Ну и самое главное, 11-е правило – это не останавливаться на достигнутом. Вот так, собственно, 1130 за 80 получилось, даже меньше, всего лишь 73 часа 50 минут. Вот. И я хочу поблагодарить вас за то, что вы выбрали время сегодня вечером. Уже 9 часов, а вы до сих пор слушаете этот бред, за что вам огромное спасибо. Наверное, не знаю, там 5-10 минут, да, чтобы уже не затягивать и в 9 вас всех отпустить, поэтому у вас есть возможность задать вопросы. Буду рад. А какая потеря веса? Так, хорошо. Руку не поднимал, но задал. Ладно. Ну, нормально. Значит, после плавания минус 1,5, на велике плюс 1,7 кг и на беге минус 5. На велике вода и питание – это то, что было спланировано. То есть набрать, запитаться по-хорошему. Потребление было меньше, чем
Потеря, да, калорий? В результате потеря по калоражу составила в районе около чуть-чуть больше 50 тысяч, ну и набрал в результате где-то там 20 с небольшим. Ну, я толстый, а поэтому мог на своих жирах долго. А поддерживать выше 100 килограмм вес при таких нагрузках? Поддерживать? Почему не падает вес при таких нагрузках? Не знаю, но метаболизм мы, в принципе, смотрим, то есть мышечная масса растет, ну, там, вот это все. Сама по себе комплекция. Можно, конечно, сказать, что кость тяжелая, но никто же не поверит. Нет, на самом деле, да, вес мы полностью мониторили, то есть сначала испытание это было 106 килограммов, и уже когда вот я выходил на старт, это было 99 килограммов, на финише это было там минус 5 килограмм. Ну, просто какая у вас жировая масса? Я, в принципе, толстый, у меня от 16 до 18 процентов. Вот я тренируюсь, там, к ультрамарафону готовился, у меня были месячные объемы где-то в районе 600-700 километров набега, вот, но по всем функциональным тестам каждые 3 месяца проходил, вот это у меня 16-18 процентов вот жировой. В объемах у вас, наверное, должны там меньше 15, наверное. Ну, я же не настоящий строитель. Я в том смысле, что я работаю, да, и у нас вот в том числе есть этот сидячий образ жизни в офисах. Какой же объем тренировок у вас беговых? По-разному, но в районе бывает там 50-100 километров. Когда к пустыне готовился, тогда не менее 100 километров в неделю. Самый максимальный объем был 190 за неделю. И тогда у меня получилось где-то 1600, наверное, за 6 месяцев. Я пробежал 300 или 400 аутдор, остальное на дорожке. Вот. Ну, колени закачиваю постоянно, то есть тренировки. У меня, в принципе, были проблемы с ногами. Это, кстати, Райт, когда мы с ним только-только познакомились, я спросил, как тебе удается преодолевать такие расстояния. Он сказал, знаешь, Володя, у меня никогда не было травм. И он говорит, я очень бережно отношусь к тому, как я тренируюсь, в каких соревнованиях я участвую. Если меня зовут на футбол, я не иду, потому что он думает долгосрочными целями, что любая травма, полученная просто из-за необдуманных решений, может его исключить из той цели, которую он для себя поставил. И у меня, в принципе, были проблемы с ногами. В 96-м году меня сбила машина. Ну, причем такой вот, она багажник и сплесовала. То есть бедра и икроножные внутренние мышцы были разорваны, кости были целы. И я помню тогда, там где-то 2 или 3 месяца я ходил с этими палками, и тренер, ну там не тренер, а собственно врачи порекомендовали велосипед. И сейчас вот велосипеда очень много, даже на станке, потому что как раз это укрепляет связки, плюс массажист, он постоянно знает и корректирует, если вдруг что-то не так. И на велоэтапе здесь, на 900 километрах, вот такие ошибки, казалось бы, банальные, да, пятая точка болит, встаешь на руль и пошел в раскачку танцовщицы на станке. Проходит минута, и ты понимаешь, что ты все, ты убил то, на что, например, переваливается вся масса тела. Соответственно, вот отсюда начались эти проблемы как раз со связками. И если бы не Дима, ну, вряд ли бы я, наверное, слез с этого станка в нормальном состоянии. Поэтому закачиваем колени, прежде чем бегать. Вот при 100 килограммах я абсолютно спокойно бегаю. Стопа, да, вроде все хорошо. Опять же, кроссовки на тысячу... Нет, на беге у меня были здесь только одна пара кроссовок. Вот эти вот ультрабусты. Мне хорошо, в них комфортно. Хотя там 15 пар есть, я каждый раз тестирую то, что как раз подходит. Хорошо амортизирует. И в этой же модели я бегал и 24-часовой ультрамарафон. Но тогда я менял 3 пары, потому что нога опухла. Да? И здесь потом. Хорошо? Нет, но нет. Я делал тест ступни и делал, ну, соответственно, вот в обычном состоянии вы делаете, встаете на это магнитно-резонансное плато. Потом я стоял в кроссовках и смотрел, то есть эти кроссовки, они усугубляют проблему, потому что, ну, у нас у всех по-разному идет распределение веса, и, возможно, там одна нога длиннее, другая короче. И вот выбор кроссовок, оно в том числе зависит от того, это будут кроссовки, которые добьют вас, или это кроссовки, которые, по сути, ну, по крайней мере, нейтрализуют тот дефект, который у нас есть натуральным образом. В общем, для себя я там кроссовки выбрал, и еще раз говорю, для меня вот эта модель, она комфортна. Хотя в обычной жизни иногда на тренировку там выхожу Хока или, ну, это, Саукани. Пробую разное. Нету. С детства нету.
Да, пожалуйста. Первый вопрос, что для вас счастье? И второй вопрос, психологическая составляющая этих вызовов. Ведь понятно, что наступает момент, когда ломка начинается, да, особенно внутри, то есть индор, то есть когда не свет солнечного в закрытом помещении. Как с этим бороться? Или на ультра каком-нибудь, когда вроде как до финиша немного осталось, но в то же время как мотивируется на дальнейшем продолжение? Ну, счастье и вот как бороться с этой рутиной, да? Рутиной при гонке. Да. Те, кто бегал марафоны, особенно в первый раз, и те, кто бегал айронмены, я имею в виду про там полную дистанцию или полужелезную в первый раз, да и в принципе те люди, которые готовятся к стартам, вспомните, что происходит накануне. Вы ночью три раза стартанули, два раза финишировали, да? Есть такое? Ну, это перед обычными стартами. Можете себе представить, что здесь происходит? Я полтора месяца каждую ночь стартовал и финишировал. То есть, и где-то за неделю, наверное, до этого старта у меня было абсолютно спокойное, нормальное настроение. Я совершенно четко был уверен, я был напитан вот этой обратной связью от людей в команде, от тренера по плаванию, от моего врача, от моего тренера, о том, что все будет хорошо. То есть у нас есть план, мы все проверили, все должно сработать, есть процент на форс-мажор, но никто не застрахован. Соответственно, и плюс, еще раз, насколько далеко ваша граница заброшена ментально, потому что здесь, безусловно, работа такая психологического толка, насколько хорошо вы себя настроили. Ты бежишь в марафон, и твоя голова настроена на 50 километров, или ты бежишь в марафон, но у тебя в голове 30 вот там, то есть ограничитель чуть раньше ты поставил. Да, и те, кто бегал марафон, они же прекрасно знают, что настоящий марафон как раз после 30-го начинается. Поэтому настроиться нужно так, что ты бежишь гораздо дольше. И у тебя есть план, и ты восстанавливаешься по ходу. И, соответственно, вот когда ты это все начинаешь реализовывать, то у тебя и внутренняя уверенность есть, все на месте. И чувствуешь ты себя хорошо. И я прекрасно понимал, да, я спланировал микроотпуск. Там 4 дня мне надо сходить потренироваться. Я пошел на 4 дня, я потренировался, люди были вокруг, поддержка эмоциональная. Это вот все идет в копилочку к тому, что все классно, все хорошо. Главное не совершить ошибок, не отклоняться от плана, который ты написал вместе со специалистами. Потому что любой фейл будет означать все. Приплыли. Когда я бегаю пейсмейкером, процентов 80 людей, которые выходят рядом со мной на линию старта, не добегают до финиша. Потому что они не в своем темпе, они вышли без питания, они признаются мне, что они тренировались немного, и это их третья тренировка. Дальше они вставляют себе в уши плеер, они в расфокусе. Меня спрашивают, что ты здесь слушал или смотрел? Ничего. Была попытка на беге поставить наушники, я их убрал, потому что они через буквально там 5 минут начали создавать хаос в голове. И чем отличаются там профессиональные спортсмены от любителей? Я помню, там 2 или 3 года назад общался с психологом по спортивной как раз теме. Он работает с марафонцами и ходоками. О том, что у профессионального спортсмена каждая секунда мысли в голове – это что я делаю сейчас, куда ставлю ногу, какой у меня темп, какая у меня цель, соблюдаю ли я план. Любитель – жена, дети, друзья, сейчас финиширую пиво, там мандарины, о, классные девчонки побежали. Вот это вот каша, расфокус тотальный, да. И потом он, ой, что-то мне плохо стало. Ой, мне хорошо, сейчас я побегу. Ничего себе волна какая. О, второе дыхание. Нет, это была ошибка. И в результате у тебя вот эта вот волатильность дикая такая по ходу трассы. В конце ты никакой, и думаешь, преодолел. Но чего это стоило, да? Нужно улыбаться, посмотрите на детей. У меня дочка бегает, и она постоянно улыбается. Я иду, смотрю, люди взрослые бегут. Если вам так плохо, то чего вы бежите? Улыбайтесь, получайте удовольствие от этого. Про счастье, ну, не знаю, такой вопрос очень, знаете, как, ну, философского даже толка. Ну, да. Мне кажется, что, ну, вот там тот ритм по жизни, который я выбрал, то дело, которым я занимаюсь, то количество людей, которые я каждый день встречаю, это все создает определенные чувства, да, что в жизни, жизнь происходит вокруг. Вот счастье как раз именно почувствовать, что ты востребован, что ты можешь быть полезным, что ты еще можешь помимо работы чего-то достичь и, ну, по максимуму успеть. Вот та авария, она, в принципе, там многое показала, потому что
ну, мы тогда вдвоем попали, я и мой друг, как-то оказались позади машины, а пьяный водитель влетел в нас. То есть, слава богу, машина была на нейтральной скорости, но он нас вмял в багажник, машина улетела вперед, он наехал на нас. Я помню, что я успел зацепиться рукой за бампер, и он нас тащил под собой. Но колесо, когда остановилось вот здесь, я тогда прожил за секунды всю жизнь. Да, я понял, что ну, ничего, все может произойти вот в любую секунду. И поэтому, наверное, нужно относиться к жизни так, как будто бы вторую никто не даст. Это же правда. Соответственно, вот счастье прожить эту жизнь активно, позитивно, поменьше гадостей делать и побольше добра. Спасибо большое. Вот, знаете, вот я, ну, как бы тоже бегаю несколько лет, там, по 70 километров там, в неделю, да? Да. Но я как бы после 40, ну, мне не хочется 100 бежать, я не понимаю, как пробежать 100. Это вот, как это приходит, почему на такие объемы, где вот граница? Сначала возникает, почему бы нет? Ну, то есть, а можно ли? После 40. После 40 вы имеете километров или возраст? Ну, километров. Километров. Ну, можно же пробежать 50 километров, просто эти 8 километров запомнить очень хорошо, что творится после того, какую марафонскую дистанцию преодолели. И попробую, не знаю, я действительно, это какое-то может быть медитативное состояние, потому что вот в плавании считать 760 бассейнов, ну это бред. Есть технологии, которые позволяют вам. Ты начинаешь следить за техникой, как ты руку вложил, как ты оттолкнулся, сколько ты скользишь. И вот этот процесс, он вводит в определенное действительно медитативное состояние. В беге то же самое. В бег... То есть уход в медитацию? Ну, отчасти. Я еще раз, я не практикую эти вещи, я просто говорю, что я чувствую. Мне проще общаться с людьми после того, как я потренировался. До этого они мне казались все уродами, а сейчас они нормальные люди. А может быть, я такой, да? То есть мне нужно перезарядиться. Спорт помогает в этом смысле. Получить какую-то новую эмоцию. Как влияет на организм? Я считаю, что я не дорабатываю с учеными, которые могли бы многое из меня подчерпнуть. Но вот в рамках этой команды там многие врачи и тренеры, они много взяли для себя, потому что я с ними делился всей информацией. Вот. Я не думаю, что вот подобные практики, они применимы ко всем. Не надо ни в коем случае там поддаваться на то, что «а, вот он сделал, я сейчас тоже это сделаю». Самое важное – это услышать себя. Кстати, в пустыне, когда готовился, я убрал все гаджеты. Я старался слышать свой организм, как он чувствует себя, если я делаю длинную тренировку. Почему? Потому что, когда я побегу в пустыню, там нет электричества, эти гаджеты бесполезны, нужно научиться чувствовать себя. И с Райтом мы в том числе вот говорили, он первое сказал, а у меня не было травм. Второе, он говорит, я ни в чем себе не отказываю в плане еды, я ем столько, сколько хочу. И третье, научись слушать свой организм. Вот если организм говорит «стоп, хватит, все, не надо его, как это, я тебя сейчас выведу из комфортной зоны, да, не надо его выводить из комфортной зоны, растренируйтесь вместе с ним в этой комфортной, некомфортной зоне». А, потому что, в принципе, вот в пустыне был случай, когда реально там мой темп не соответствовал запланированному, это был третий день, и на третий день у меня закрылись почки, плюс там 40 градусов жара, 10% влажность, я перестал потеть, но стал опухать. Руки как футбольный мяч, фаланги сгибаются вот так. Почему? Не тот темп. То есть я обратился на одном из чекпоинтов и сказал, почему, что происходит со мной, потому что я пью там каждые 3 минуты воду, и у меня вот происходит такая история. Сбавляй темп. Организм должен перезапуститься. Потому что ты его пихаешь вперед, а он сопротивляется. И вот в таких экстремальных условиях вы очень хорошо узнаете, что организм и сила мысли – это два все время противоборствующих между собой таких вот организма. Организм всегда будет протестовать. Да, будет протестовать. Причина, будет, как будет. Тебя остановить? Да. Ну а как же говорить, что надо ну, как бы организм ну, не слушать, ну, слушать или не слушать? Слушать, научиться слушать организм. При всех этих нагрузках, нужны они вам или нет. И еще раз, вы выберете, вы в категории тех, которые кайфуют от занятий спортом, или вы страдалец, или мученик. Ну, собственно, если вы мучаетесь, занимаясь спортом, мне кажется, лучше тогда чем-то другим заняться. Но те люди, которые здесь присутствуют, я думаю, что как раз относятся к первой категории. Если бы это не было так, наверное, вы бы здесь не присутствовали. Давайте последние два вопроса, иначе, смотрите, уже 9:15, но по-хорошему, всем не надо. Да?
улучшать. Да. Раньше со скоростью было гораздо лучше. Сейчас я понимаю, что короткие дистанции – это сложно. Сложно мне, я лучше там себя чувствую на более длинных дистанциях, выходя на крейсерскую скорость. Я понимаю, что вот эта терпелка и выносливость, она мне нравится как раз ее растренировывать. И если сейчас бежать, там, не знаю, пятерку, ну по 4 минуты я могу, но недолго. Вот это про то, что я никогда не тренировал эти пульсовые зоны. Мы, в принципе, с врачами все пульсовые зоны растренировывали. С самого начала и до конца мы понимали, что вот там в третье, 3-2, 3-5, да, там, не знаю, сутки могу находиться. Но как только я ушел чуть выше, все показатели пошли вниз. Вот, поэтому про скорость, честно, пока не думал, потому что на на Deca Ultra триатлоне это снова будет связано с выносливостью и там поставленными целями, пока еще часовые зоны не определили, то есть за сколько бы я хотел это преодолеть. Скорость пока, наверное, осталась тогда, когда я был 20 лет. Да, да. Сейчас больше про выносливость и про такую крейсерскую. А? 10-20. Да. Вот так вот. На массаже это был такой полудрем, потому что больно. Ну, спортивный массаж, он не дает вам возможности до конца расслабиться, поэтому было подключено время. И вот я уходил, я ставил будильник, я помню первые сутки, когда я поспал 60 минут, этот будильник разрывался, я вообще не понимал, где я. Ну, это был какой-то... А организм, нет, да, вот тут ты говоришь, надо, пойдем, и это было, но организм, он был, знаете, желание, типа, сейчас я нажму, еще чуть-чуть полежу, и это могло бы провалиться на час. Но на беге, сразу тоже еще одна вещь, на беге было сложно, особенно в такие биологические часы, где-то с часу до трех, и было искреннее желание, ну, просто остановиться, и хрен с ним, с этим лимитом 80 часов, и я лучше пойду посплю. И я понимал, что если я сейчас пойду посплю, значит, я никуда не сдвинулся. Я сбавлял скорость, и в эти вот тяжелые моменты, Вика Шубина как раз в одну из ночей была свидетелем, я просто переходил на быстрый шаг. Важно было продолжать движение, даже если тебе очень-очень плохо, и организм хочет вот прям спать. В это время он обычно спит. Соответственно, я понимал, что за этот час я успевал там прошагать 7 или 8 километров. И потом, как только рестарт происходил, восход солнца, вот эти такие вещи влияли, все, прихожу обратно, там 9 км в час или 8 км в час и пошел. Все, поэтому вот здесь очень важно, не сдаться, наверное, да, ты понимаешь, что организму все равно надо поспать. Но сон был полторы недели где-то, но это было активное восстановление, сразу же на следующий день пошел массаж, питание, мы спланировали все, что нужно для того, чтобы вот эти токсины. Первая тренировка через 27-го мы закончили, и 8 мая пришел на тренировку. А до этого вот у нас был фестиваль «Роза Ран», и мы очень много просто ходили. Свежий воздух, там в день больше 10 тысяч шагов, и вот активное восстановление. То есть никакого горизонтального положения. Без будильника просыпался сразу же там в 7 утра каждый день, и в четверг закончил, в пятницу работал спокойно. Да. Вообще, где-то в районе 6-7 часов. Бассейне, это монотонность по 25 метров, она не убивала? Нет, если голова занята тем, как вы, вот действительно там, над техникой, я не соскучился, честно. Я работал над техникой. Мне важно было, самое главное, на плавание сохранить силы, на вело и на бег. На велике сохранить силы для бега. И вот бег до конца я мог, я рисковал. У меня опух ахилл, и вот за последние 100 километров до финиша, то есть у меня финиш 100 километров был, круто. Соответственно, Андрей пришел, сделал массаж, я говорю, Андрюха, что делать? Он говорит, икроножная уже там все, типа дотянешь. Я говорю, у меня ахилл опух, он там его размял, что-то сделал, он говорит, дотянешь. Все, потом будем восстанавливать. Дотянул, все нормально. 100 километров финиш. Ой, это было состояние эйфории. На самом деле, последние даже, наверное, километров 5, тогда уже было рядом много людей, ты чувствуешь прилив, вот этот адреналин.
абсолютно исчезает чувство усталости, у тебя есть чувство выполненного долга, поставленные цели. Классно. Почему? Потому что ты снова забросил эту границу «я не могу» как можно дальше. И, ну, конечно, кайф. То есть мы поехали домой, там, пошли, вот съел борща. Дочка Катя поехала в школу, я 3 часа поспал, она приехала в районе там 7 или 8 вечера, мы сделали уроки, я уложил, сам не могу заснуть. Ну, как-то вот, ну, нормальная жизнь.